Петя очень скучал на самоизоляции. Он чувствовал себя прекрасно, поэтому решил встретиться с друзьями. После встречи Рома пошел на день рождения к соседке Марине. Дима решил навестить родителей, а Вадим поехал на свою важную работу. И вскоре друзья Пети почувствовали первые симптомы заражения. А три бабушки и один дедушка, которые о Пете никогда и не слышали, оказались в больнице. Но всего этого не случилось, ведь Петя решил не встречаться с друзьями, а посидеть дома. Петя умный. Будь как Петя.